А то какой-то бедолага зайдет, я его убью нахуй. Во всем виноват Ваня. Да Ваня, ты вообще изи-фронт. Так, закрыли свои пиздачки и начали играть нахуй. Бля, братан, я не могу закрыть. Это проблема. Проблема? Это на каком языке говорили? Этот, Саня, куда летим? На район или другой район захватывать будем? Мы в Тампонг. Тампонг? Нет, просто Тампонг. Женский Тампонг. Погнали нахуй! Мне два раза говорить не надо. Ваня. Шо? Погнали. Там никого уроди. Бля, я как-то в другую сторону летел. Косанул. Ты хотел руины? Нет. В Лакаве. Я вам сейчас скажу информацию. Мы знаем, что ты не с нами. Понятно. Я специально смотрел, чтобы все хватило. Короче, смотри. По карте, на кан вот в этот, там двое. Там целый склад упал, точнее. Где? Сзади нас, рядышком, очень близко. Хаос, что ли? Да. Это к тебе близко, не нам. А вы, блядь, далеко от меня. Мы в Лакаве. Что, поверить мне помогает? Очевидно. Еще я бахаю.
двоих. Координаты. Координаты, говоришь, там вот это. Не-не, я бегу. Я попал два раза. Но не нокнул. Саня с глушителя ебенит. Это вообще законно? Все, Саня, ты в порядке, брат, я с тобой. Трактор, видишь, желтый. Трактор желтый. А, да. Посередине, да, получается? Заднего пачка. Да, да. Заднего видишь пачку? Пачку дерева. Вон, побежал, побежал. Побежал, да. Видел? Вон он, бежит же там. Попал. Попал. Да, за бетонкой. Сейчас я сяду сюда. Нокнул, нокнул. Хорош, хорош. Сейчас смотри, его подбежит. Не-не, сейчас подбегу, ты его поднимать же. Да, их двое. Двое, вон. Вон он бежит. Вон он. Он в эту сарайку забежал. Какую сарайку? Вот он направо побежал. В дом забежал справа. Хата справа. Хата справа, да, да, да. Вот эта правая хата сразу. Около дороги. Я его смотрю. Вот там я нокнул его. Я понял. Он пошел спасать своего бро. А почему они только двое? Не знаю, их двое реально. Их двое, да, там бегают. Абу вижу. Саня, аккуратно. Нокнул. Второй там. Зона пошла. Вон он, он. Минус два. Хорош. Кто стреляет еще? По тебе с горы, походу. Да. Зона. Что, есть еще техника какая? Блять, я не вижу никакой техники. Жесть, это пиздец, да, походу? Бля, ну да, так. Хуяк, двоих чуваков увидел. Двоих чуваков. Что они хотели? Сука, эти два лоха пикнули. Два мэн сквад. Сука, они хотели играть вдвоем против... Блять, их один Саня Козина. Блять, один, сука, Саня разъебало. Какой, блять, два мэн сквад? Сидите, сука, дома, блять, лохи ебаные. Их один чувак разъебал, они готовы играть против четвертого. Че, ебанутые? Блять, я вообще таких мужей не понимаю. Какой нахуй один человек? Мы тебя духом поддерживали. Вот только духом, что и есть, блять. Сань, ты дохнешь. Ты за меня не переживай, ты за тебя переживай. Я-то вообще, блядь, уже в зоне. Сорок пять секунд.
Справа. Близко. Близко на горе с глушителем. Без глушителя. Мне кажется, глушителем. Нет, это не глушак. Это далеко и без глушака. Если кому-то такие был. Вижу челика на сзади, бежит. На мотороллере едут на 105 по дороге. Сейчас сюда будут поворачивать, на эту дорогу. Можно встретить, в принципе. Давай. Остановился, остановился. Я не вижу. Нокнул, нокнул. На дороге прям, на дороге прям. Прям на дороге, блядь. Ты видишь его? Да, он ползет за камень. Тихо, тачка еще. А, это мы. Там на 105. Зона ползет. Перепрыгнул тебе. Хуя ты. Че, погнали, похуй. Сань, забей, хуй. Погнали. Прыгай. Погнали, погнали. Давай, Эдгар. Щелкают по нам, походу. А я можешь спать, те чуваки схлестнулись. Одного-то я нокнул. Но он подняли, походу. Давай через мост, Аба. Если что, готовься. Могут встречать. Манси. Надо в гору. На нахуй.